В Улан-Удэ работает производитель светодиодных светильников «Оптолюкс». Он изготавливает промышленные светильники, уличные и офисные фонари для архитектурной подсветки, оборудование для освещения спортивных сооружений. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников вместе с министром строительства республики Николаем Рузавиным осмотрели и оценили ресурсы предприятия для импортозамещения. Вот сюда, получается, устанавливается светодиодная плата, да, здесь ставятся торцевые заглушки, там внутри блок питания и ставится сюда консольное крепление. Все это крепится на фонарный столб. Вот таких светильников у нас реализовано в прошлом году более 1500 по федеральной дороге. Нам проще сейчас вот вложиться и сделать это производство, чтобы оно полностью закрывало потребности республики по всем стройкам, по всем объектам. Ну, что-то, может быть, и придется взять, но мы должны шагать вот именно в таком направлении. Как говорит Евгений Луковников, сейчас в республике почти все предприятия работают на импортозамещение. Это улучшит экономику республики и России в целом. «Оптолюкс» – это современное отечественное предприятие. Почти все комплектующие изготавливаются в Бурятии. Соответственно, себестоимость у этого товара достаточно низкая. Светодиодные светильники выпускаются строго в соответствии с ГОСТом. Предприятие открылось в 2019 году. Подобный завод работает на территории Иркутской области. Они также изготавливают светодиодные светильники и взаимодействуют между собой. Продукции достаточно, даже сверхдостаточно для того, чтобы закрыть потребность по нашим направлениям, это ФГС и $1000. Самое то, что отрадно, это, во-первых, российские, да, наши местные производители, которые могут предложить именно тут рядом. То есть не надо никуда ехать, приехал сюда, заключил договор и получил продукцию. Как уверяет производитель, светильники экологичные и не требуют специальной утилизации. Гарантию на них дают 5 лет. Завод выпускает более 3000 светильников в месяц. Это достаточно большие объемы для республики. Новые школы и третий мост будут освещаться именно этими лампами. Диана Левина, Санжи Шакжин. Специально для программы «Вместе», телеканал «Мир Байкал».